Туда подъедем, посмотрим сразу. Самое главное, я просто не знаю, сколько по времени ехать. Мониторить время, да, чтобы да. успеть обратно. Нам оттуда надо будет выезжать часа в 3, может быть, 15-4. Ага, где-то около часа ехать, да? Да. Так, на пару часиков. Ну. Еще в магазин надо забежать, водичку, дорогу, как девица парит. Туман. Сейчас путаю, а это Ангара, правильно? Это Ангара. А в Красноярске Енисей. Енисей. Так, Кристиночка, поехали в Листвянку. Мама, опять Листвянку. Нет. Надоело уже. Уже не местным, уже надоело. Да. Так, сейчас минус 17 показывает. Да, минус 17. Вас уже Листвянкой не удивишь. Угу. А купались вообще в самом Байкале? Здесь нет, здесь вода очень холодная. Вот когда на Байкал едем. Это куда? Вот от Иркутска, наверное, километров 300. Байкал, он же большой Байкал. Это на Ольхон? На Ольхон, и можно, не доезжая Ольхона, тоже есть турбазы после Байкала, бухты. Для меня все равно вода холодная, я только ножки помочить. А на сколько градусов? Осторожно, дети. Ограничение 40. Да, да, где-то так. Собственно, как Балтийское море. Я в Балтийском купался. Mm-hmm. Знаете, я служил в Калининграде. В Балтийском море. Один раз мне за 2 года удалось там искупаться. Mm-hmm. Но там не выпускали, к счастью. Километраж, сколько? 61 километр. 77.
трасса очень красивая. Да. С двух сторон лес красивый, и дорога. Сейчас еще все в снегу, наверное, да? Как не замерзайка, вы брызгали? Я вчера брызгала, но мне кажется, она там бесконечная. Сегодня еще не пробовала. Она сейчас замерзшая точно. А здесь автомат или вариатор? Впереди камера. Ой, контроль проезда на красный свет. Ограничение 40. Я думаю, что это уже полноценный автомат. Вариатор. Что-то по оборотам, как вариатор. Сейчас я попробую заглядеть. О, так он уже быстро. Ну, что, Катюшка спит? Машин много, мало. Ничего, поедем по городу. Поехали. Ну да. СТС-ка бардачки или у вас? СТС-ка это какой документ на машину? Я в сумку убрала. Потом стану сходить или что? Нет, я хотел ВИН-номер посмотреть. Можете сами достать у меня в сумке. Не буду копаться. Так, у меня в этом есть. В письме. София, добрый день. Соедините меня, пожалуйста, с сервисным отделом. Валентин. Я хочу узнать по ВИН-номеру тип коробки, автомат или вариатор. Спасибо. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60.
А, нет, я в другое место сейчас позвоню, благодарю. Ага, до свидания. Не соединяют? А? Не соединяют? Да, все операторы заняты, все мастера заняты. Так, привет, все. Хочешь в Москву дозвониться? Да, не надо. Да и не самому интересно. Интересно. Да. Угу. Выходные тоже, да, есть пробки? Да. А, а, так, в Москве же еще очень рано, еще не работаете, да? Я понял, ладно, извините. Разница во времени, да? Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. А, все, у меня в письме указано, зря я пытался дозвониться. В письме указано. А, нет, нет. Не Олег Ковокин писал. Toyota Corolla 1.6А. Вообще, автомат это АТ, а CVT. Это вариатор. Ну, ты тоже, я бы особо не обращал на это письмо внимания, потому что могли просто, ну, не механика, значит, автомат. Ну, да, могли вот так, да, вот указать. Так, об Иркутске один. Мне кажется, у вас в Москве всегда и везде пробки. Нет. Нет? 1 января часа в 4 утра нету. А, да. А так да. Почти всегда. Будни, выходные, неважно. Последнее время в выходные как-то еще хуже стало. Но на самом деле могу сказать, вот когда заходит разговор, я всегда Собянина хвалю в этом плане. Когда поменяли Собянина на Лужкова, угу, вот прям изменяться Москва начала. В лучшую сторону. Да, в лучшую. И по пробкам, по дорогам, новые дороги строятся, озеленяется город в центре, на Тверской появились деревья. Александра, доброе утро. А можете соединить меня с сервисным отделом? Валентин. Ну да, может быть даже по комплектации. Мне по ВИН-номеру хотелось бы узнать комплектацию автомобиля. Да. Да, да. Да, спасибо.
конечно, у вас номер мой определился. Да, да, верно. А, что какой? Toyota Corolla. Угу. Да, спасибо. Тоже звонят, перезвонят. Вверху? Да. Это температура двигателя. Она нормальная, да? Да, да, вот посерединке она нормальная. Она даже вот, ну, когда не в электронном виде, когда там механическая стрелка, угу. Вот в районе 90 градусов это нормально. Ну, там свыше 100 уже начинает, ну, больше 100 начинает закипать. А в Иркутске же были, да? Да, летом был, потеплее было. Да. А в этих машинах... Ограничение 40. Слежки. По-моему, нет. Вместо них, чтобы не отслеживать автомобиль, установили как раз вот этот вот... рычаг. Да. Компания особо не заморачивается. Поехал сотрудник куда-то, не поехал. За город, не за город, все равно. Что рабочее это время, они нас по телефону уже... планшетом? Нет, вроде такого нету. Впереди камера. Ограничение 60. Шипы или куча? Шипы.
начало, да? Ну, это мне самому уже интересно стало. У меня есть приложение, я его когда-то давно купил, где-то года два назад. Проверка автомобиля по ВИН-номеру. Сейчас нашел его. Буду здесь посмотреть. Ну, вот это мы уже за городом, правильно? Солнышко светило, тут резко. И согласно мне солнышко. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. С крайней левой сразу идти на левую, да, чтобы не стоять. Трассы сделали хорошие, пробок нет. А с тех сторон пробки постоянно. Да,
с области Иркутска, все в Иркутск на работу, да, да. То же самое. Трасса лучше механика. Сгорел горку, сгорел горку. У меня ребенок занимается лыжами. Мы почти каждый выходной ездим в Байкальск. Там трасса. Профессионально занимается или так, просто увлечение? Ну, для себя. На горку. Но он ходит на кружок по лыжам. Сейчас вот они, вот эти ролики, как он правильно называется, лыжи на колесиках. Ага. Thank you.
потому что вода холодная, даже вот для нас. Да, с одной стороны Иркутска один пейзаж, с другой стороны уже другой начинается. Да. На самом деле любитель жары, пляжа, песочек, вот, вот такого отдыха. Но в Байкале хотя бы разок искупаться нужно. Да. Ну, Байкал в сторону Альхона, там вот кто-то песок. Ну, нет, я имел в виду, когда температура воды там градусов 20. 30, да? Ну да, да. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Да, лыжи, сноуборд, какие-то не мое. Я больше виндсерфинг. Все равно плавать не умею, ладно, я пошел. Вот, да, она
заходит в этот момент, причем была с другого конца бассейна. Ну, бассейн небольшой, сколько метров? 25, наверное. Разбежалась, прыгнула, под водой доплыла до меня, вытащила, все, в этот день я больше не плавала. А потом через какое время вытащили воду? Да, сразу, ну, я особо это не отразилось там. Страха не было? Да, страха не было, я не испугался. Я точно не помню, там, ну, может быть, на следующее занятие, там, по-моему, два занятия в неделю было, ну, на следующее занятие я уже пошел. Вот. Но все равно не получалось у меня плавать. У нас там озеро было, и мама с братом постоянно его переплывали. А я сидел на берегу, или там по колено заходил, и в один момент мне как-то это, ну, почему они могут переплыть, а я не могу. Они уже уплыли, на середине где-то находятся, и я поплыл. Сел, не сел, а встал, просто пошел, и раз там. Не, ну с первого раза я, конечно, озеро не переплыл. Я там попробовал, получилось, метров, я не знаю, там 10-20, может, проплыл, и назад вернулся. И потом вот, ну как-то, я не знаю, водная стихия, что ли, это моя. Служил в морфлоте, люблю воду. Срочку или офицером? Три года. А, ну, срочник просто. Ну, как обычно, в армию да, уходит. Да. Нет, не военный. Нет. Готовы сесть в этот в такси. А вот такси дальше становится. Еще будет, да? Да. Готовы сесть в такси. Открываете Яндекс, строите маршрут. Вам, допустим, там от Шереметьево до Тверской. А у вас офис на Марксистской находится. Ну, я не знаю, в офис вы поедете или в гостиницу, сразу не знаю. Но, допустим, в офис. Там указываете в Яндекс.Такси, он вам показывает ориентировочную стоимость, там 1500 рублей. Заходите в Индрайвер, забиваете тот же самый маршрут, там Шереметьево, Марксистская. Он вам укажет, что рекомендуемая сумма не ниже там 600 рублей. Вот вы указываете эту минимальную сумму и найдутся водители, которые готовы поехать за эту сумму. То есть, ну, грубо говоря, там в два раза дешевле. Готовы будут поехать. Если вдруг, за 600 рублей, там, я не знаю, согласились одни, там, узбеки, киргизы, да? Ну, сделайте, не знаю, там, 800 рублей. Да, может, очень там, подороже. Да, может, какой-нибудь словенец появится. Я вот сюда уже приехал, вчера или позавчера. Вчера, по-моему, мне знакомый скинул на этом. Ну, не хочу пугать, но это, ну как, ну была такая ситуация. Буквально вот вчера или позавчера на Кутузовском проспекте, это тоже у нас проспект такой, по которому ездят правительство, там, богачи и так далее. На Кутузовском проспекте таксист, ну, видимо, уснул. Он просто плавно выехал на встречку, врезался в Майбах. Сам водитель погиб, пассажирка в реанимации, ну, водитель Майбах. Майбах, натурный Майбах. Да. Он ходил там, ну, я смотрел это видео, ходил, собирал документы, телефон, все, что вылетело из машины. Весь в этом парит. Yeah.
смарши какие-нибудь? Я ни разу не видела. Да, в принципе, у него, наверное, температура сейчас приблизительно такая же, как и летом. Он летом 3-5 градусов, где-то так. Сейчас, наверное, холоднее. На 1 вот градус. Вот потрогаем. Был бы 0, он вот бы замерз. Можете фотографировать. Отель Байкал? Да. Вот так вот. Кораблик даже тонет. Это уже облака, или он так же парит.